Учащимся Одинцовского округа необходимо подтвердить право пользования льготными картами «Стрелка учащегося» и «Стрелка учащегося сельской местности» до 25 августа. По льготным картам действуют специальные условия, которые позволяют школьникам и студентам региона значительно экономить на проезде. Так, первые 35 поездок по карте оплачиваются с 50% скидкой от установленного тарифа. Начиная с 36-й поездки скидка составляет 99%. В 2022 году подтвердить свою карту стало легче. Достаточно ввести номер СНИЛС на портале госуслуг. После этого система автоматически внесет все данные учащегося.